Приветствую вас. Правда в том, что когда вы боитесь показаться ужасной своему парню, вот тому, который живет в другом городе, а правда в том, что вы вместе с этим вы вредите, ну, в большей степени ему, на самом деле. Я вам объясню, почему так происходит, а, соответственно, вы уже сами для себя сделаете вывод. Значит, у вас парню, который живет в другом городе, нет чувств. И вообще говоря, вот то, что у вас к нему нет чувств, это, ну, нормально. То есть ничего в этом сверхординарного нет. Ну, вам с ним весело, вы с ним там гуляли какое-то время, да, общались, как я понимаю. И вы чувствовали на тот момент, что вот он для вас, ну, самый лучший вариант. То есть другого варианта лучшего у вас нет. Теперь вы встретили другого человека, с которым вам откровенно лучше, с которым вам откровенно интереснее, которым вам веселее, и вы все равно боитесь тому парню показаться какой-то ужасный. Но на самом деле, что может быть ужасного в том, что вы хотите быть счастливы? Что может быть ужасного в том, вы хотите быть, ну, хотите получать свои эмоции, хотите наслаждаться общением и так далее. Что может быть в этом ужасном? Может быть, дело в другом? Может быть, дело в том, что вы немножко не уверены в себе? Может быть, вы опасаетесь чего-то другого? Но если вы желаете для того парня хорошего чего, если вы хотите, чтобы он был счастлив, если вы хотите, чтобы у него все было хорошо, то нужно быть с ним честным. Потому что мужчина живет и надеется на то, что у него с вами что-то получится. А выходит, что это вообще не так. И это не ваша вина. Не ваша вина, что у вас нет к нему чувств, и не его вина, что вам с ним не так весело, как с другим человеком. Но важно быть честной с ним, чтобы молодой человек отдавал себе отчет, что происходит, почему так и так далее. А вы, получается, его обманываете. И, знаете как, отдельно хочу вам сказать вот что. Вы не обещали ничего своему молодому человеку. Вы не обещали ему, что вы будете с ним всю жизнь. Вы не обещали ему там ничего такого прям уж серьезного и так далее. Ну, судя по тому, что вы написали. Вы ему ничего не должны. А даже если и обещали, то простите, обещать в личной жизни, это значит говорить, что на данный момент это так. А в будущем все может измениться. Если вы обещали, ничего страшного, потому что, ну, на тот момент вы думали, что это действительно так, что это действительно то, что вот вам интересно, то, что вам нравится и так далее. Но если сейчас ситуация поменялась,
то вы не сделаете своего мужчину счастливее, если будете с ним против своей воли, не желая с ним быть. Вы не сделаете его счастливее этим. Вы сделаете, пожалуй, его лишь еще более несчастным из-за этого. И спросите себя, кто в итоге выиграет? А никто в итоге не выиграет. Вы будете несчастны, потому что не можете или не сможете быть собой. Вы не сможете реализовывать себя как женщина. А мужчина с вами также не будет счастливым. И зачем вам такие отношения? Следующий момент, который мне хотелось вам отдельно немножечко напомнить или заострить внимание, это момент вашего доверия своим желаниям. Почему, имея влечение к одному мужчине, вы считаете, что должны быть с другим? Чем продиктован ваш такой выбор? Откуда вот это вот у вас самопожертвование с собой? Откуда оно? Чем оно вызвано? Вы поймите, что отношения счастливыми могут быть лишь тогда, когда счастливы оба человека в отношениях. А вы уже с этим молодым человеком, с первым вашим, счастливы не будете, потому что вам лучше друг с другим, и вы это чувствуете, вы это знаете. И вот вопрос, зачем тогда? Зачем тогда и себя, и его, по сути, обманывать? Думаю, что... надеюсь, по крайней мере, вы ответите себе на эти вопросы, потому что они являются ключевыми для того, чтобы понять мотивы вашего поведения. Если имеются какие-то комплексы у вас, если имеются какие-то переживания относительно именно вас, то есть вы, например, не уверены в чем-то в себе там или что-то еще, с этим можно работать, с этим можно разобраться, с этим можно что-то сделать. Но не думайте, пожалуйста, что вы сделаете счастливым мужчину, если будете с ним против своей воли. Да, чтобы сказать ему правду, нужна определенная храбрость. Чтобы сказать ему правду, нужна определенная находчивость, но вам нужно просто на самом-то деле сказать ему о своих чувствах. И если мужчина вас любит, то он поймет. Если мужчина вас любит, он не будет против, потому что он будет понимать, что это то, что вас сделает счастливым. А если мужчина будет против, если мужчина будет как-то, устраивать вам сцены ревности, да, и так далее, то это, простите, означает только одно, что мужчина относится к вам любовью несколько эгоистично. И в таком случае, тем более, не стоит с ним быть. Потому что счастливый вас человек бы не сделал. Вот то, что я хотел вам сказать. На самом деле, это лишь ответ на ваш вопрос. Надеюсь, клубок, который был у вас запутанным, тебе немножечко распутался. Если вопросы какие-то дополнительные остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго
и удачи.